Неадекватный водитель устроил гонки по городским улицам и едва не совершил крупное ДТП на молодогвардейцев. Маневры лихача попали в объектив камеры видеорегистратора. Вот отечественная легковушка на огромной скорости врезается в бордюр. Водитель продолжает движение и, кажется, с трудом ведет машину. Легковушка виляет по сторонам. Автор ролика предполагает, за рулем парень либо под кайфом, либо пьян. Благо он не устроил ДТП. После нескольких виражей на дороге неадекватный шофер свернул во двор и бросил машину, перегородив в проезд, а сам ушел. Разбираться с ним очевидцы вызвали полицию.